Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Стоматологическая клиника «Ордстом» работает в Печоре более 25 лет. В штате «Ордстом» работают квалифицированные врачи с многолетним опытом. Мы гарантируем высокое качество терапевтического, ортопедического и хирургического лечения. Выполняем работы любой сложности, используем качественные, современные, безопасные материалы. Производим установку имплантов и мини-имплантов. А еще у нас гибкая ценовая политика. С Новым годом! Печора. Наш телефон 7-62-26. Партнер программы «Прогноз погоды» «I Love Sushi». Компания «I Love Sushi» поздравляет всех с наступающим Рождеством. В жизни всегда есть место празднику, а компания «I Love Sushi» поможет устроить и провести его на высшем уровне. Вас приглашают провести новогодний корпоратив, свадебный банкет, детский праздник и любое другое мероприятие в семейном кафе «I Love Sushi». Бери друзей и коллег и к нам. А если вы празднуете дома, то всегда можете заказать доставку еды по номеру телефона 449. «I Love Sushi» – 7 лет в Печоре. И о погоде. По данным Печорской гидрометео обсерватории, завтра, 7 января, в Печоре ожидается облачное с прояснениями непогода, временами снег, ветер южно-юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 23-25, а завтра днем 13-15 градусов мороза. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом форматах. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С наступающим вас Рождеством! До встречи!